вот здесь мы троллили нормально вчера, мультиплеере. Тантуем без нитрош, да? Ну да. Ну вообще да. Ну так кроме на этого Олега. Олег обычно с нитрами. Шел вот, никто не пришел, кроме нас, да? Не заявил желание. Нет. На что? Ну тут надо работать издалека, заранее как бы. Это на что? Собирать. Ну, как бы мы НТУ хотели сегодня собраться, вот только я и Володя изъявили желание. Пришел бы Валентин, но он тоже в другой группе на сходке. Вы, в смысле, и что собраться? Украина, сборная Украины. А. Ну, зато ты попал к нам сюда. Ну, здорово, я уже вечность не был на маске. Уже хорошо, уже компания. Гарри, там ты едешь, другим не даешь. Олег, сразу. Не, ну я так классно в поворот вошел. Да мы тебя видим, конечно, всегда классно заворачиваешь. Пукан горит. Да, блин. Кто это там? Ну а чего, блин, трассу забыл. Меня все поранили, так что бывает. Расслабленщик, давай быстрее. Все-таки туговатенько. Это ускорение какое. Ну, да. А все равно на вот это S-образное, он у меня очень широко заходит. Я вообще по стенке прохожу. Фу, воураннер. Фу. Ну а что делать? Проходить как я ты. Я уже устал просто. Надо будет посмотреть, как у Руслана вот это вот поменять может. Как у тебя, Руслан, нормально он поворачивает на это S-образное? Ладно. Ну то есть если ты нормально в АПС зашел, зажал и поворачиваешь, он у тебя так идет, поворачивает или все же таки к стенке больше? Внешне. Корректировать надо все. Нужно скорость корректировать. Нужно траекторию корректировать. Там все это учитывать надо. Если все учитывать будешь, нормально водить. Вот и все, Олеж, просто учитель. Молодец, Руслан, молодец. Давай, подавись куда-нибудь. Ладно, на Олега тогда. Олег любит это? Его любимое. Гарден Бульвард. Да ну нафиг, у меня магнитов нету.